Аминка, смотри, там что-то шевелится. А, бежим отсюда. Классно, сейчас к бабке поедем. Ну и зачем мы едем в эту деревню? Там же делать нечего. Как же? Там же речка. Искупаемся, свежим воздухом подышим. Тебе что, здесь не хватает воздуха в городе? Хватит ворчать! Собирайся уже! Вот сейчас пойду к бабе и скажу ему, что я не еду с вами. Так. Папа, я не хочу ехать к бабушке в деревню. А почему это? Ты же любил туда ездить. Там классно, свежий воздух, речка, искупаемся. Чего вам мало здесь воздуха? Там скучно, я с вами не хочу ехать туда. Так, ничего не скучно, там очень весело. Иди собирай вещи, это не обсуждается. Едешь с нами, давай. Папа, там все равно скучно. Ничего там не скучно. Ну что, папа тебе разрешил к бабушке не ехать? Нет. Придется ехать в эту деревню. Там же нечего делать. Ну вот и отлично. Как раз пойдем посмотрим тот же бросовый дом. Помнишь? О, точно. Как же я забыл про этот дом. В прошлый раз у нас не получилось туда пройти. А теперь должно получиться. Пошли скорее. Ну, наконец-то мы приехали. Люблю я деревню. И я! А я не люблю, потому что здесь нет ни бассейна, ни домика. Ничего нету, даже интернета. Да что ты заладил со своим интернетом? Посмотри, какая красота, природа, дыши свежим воздухом. Сейчас сходим на речку и искупаемся. Не хочу я дышать свежим воздухом. Не хочу купаться на речке. Хочу интернет. Не хочешь дышать свежим воздухом? Не хочешь речку? Вон, возьми траву покоси. А мы с Аминкой сейчас пойдем купаться, да? Пошли. Ты не хочу косить эту траву. Лучше пойду свой байк подготовлю. Чего, Аминка? Ну что, Камиль, ты готов ехать? Куда? На заброску, которую я тебе говорила. О, конечно, готов. Садись, поехали. Сейчас я за кепкой сбегаю. Подожди меня. Ну все, Амина, мы приехали. Вон та заброшка, про которую ты говорила. А где сидим? Тогда пойдем. Не, Минга, я что-то передумал. Как-то он устрашающе выглядит. Ты чего, испугался? Там нет ничего страшного. А вдруг там живет Гренни? Что мы тогда будем делать? Да какая там Гренни? Это обычная заброска. Пошли уже. Не, Минка, я не пойду. Не хочешь, как хочешь. Я сама пойду. Ох уж ты мелкая. Стой, Минка, я с тобой. Подожди меня. Теперь, Амина, самое главное, чтобы там Гренни не оказалось. Где здесь вход? Так, вход где-то должен быть с той стороны. Ага. Сейчас зайдем быстренько посмотрим и убежим.
О, смотри, Аминка, какая-то веревка. Входа нету. Есть только два окна. Давай посмотрим, что внутри. Камиль, смотри, здесь разбитые стекла. Здесь, наверное, что-то произошло. Интересно, кто здесь живет? Камиль, смотри, там что-то написано. Где? Вон там, на стене. А, вижу. Это что, Крэй написала? Интересно. Аминка, смотри, там что-то шевелится. А, бежим отсюда! Аминка, смотри скорее. Камиль, ну води и газуйся. Сейчас, Аминка, сейчас. Я пытаюсь, но он не заводится. Где нам это горит? Давай быстрей. Сейчас, Аминка, сейчас. О, звучит. Дави на газ. Поехали отсюда. Да. Ребята, напишите в комментариях, как вы думаете, чей это был все-таки дом? Нажми на красную кнопку, чтобы подписаться на наш канал. Ставь лайк и подписывайтесь на наш инстаграм. Ссылочка будет в описании. Всем пока!